Всем приветик! Сегодня я запишу челлендж, где я буду играть сначала на 6 струнах, потом на 5, на 4, на 3, на 2 и на 1. Буду постепенно снимать по одной струне. Теперь мы снимаем 6-ю струну. Будем играть на 5 струнах. Кстати, ребят, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк и напишите комментарий к этому видео. Итак, сейчас мы будем играть только на 4 струнах. Я снимаю 5-ю струну. Легким движением руки мы снимаем струну. Так, что же можно сыграть на 4 струнах? Сейчас мы снимем 4-ю струну. Первое, что пришло мне на ум, это вот эта композиция. Мы снимаем 3-ю струну. И давайте посмотрим, что можно сыграть на 2 струнах, как вы думаете. И, наконец, у нас остается последняя струна.